мое любимое было, чтобы Коран стал гусман твоего сердца. Коран будет в нашей жизни, как и в нашей Мама Питер. Наверное, да, самое главное в нашей жизни. Да. И я хотела вставить свою ремарку по поводу того, что у нас дома тоже супруг воспитывает детей по принципу, как мой младший сын говорит, что бы кто бы ни делал, папа говорит, ты будь лучше. Да, да. А я там ему говорю, там, меня ударили, я говорю, давай сдачи. Да, если ты, я говорю, а как он вырастет таким? А он говорит, не опускайся. Да, он говорит, ты будь лучше, да, не опускайся. Короче, мой муж, мой друг. Я поняла. Поэтому, получается, я вот слушаю Гюзель Ханом, понимаю. Я понимаю, когда слушаю Гюзель Ханом, что это полностью исламский принцип. И он этому именно учит детей. Но мне принять вот то, что, как вот Милана говорит, тебя бьют, а ты стой.